город Ейск. Примерно центр города, родина знаменитого борца Ивана Поддубного, режиссера Сергея Бондарчука. Нины Мордюковой. Мой памятник. Когда я увидела эту вашу фамилию, золото по 2000 рублей за карту. Потому что ликвидация. Тотальная ликвидация перед закрытием в ювелирном центре комнаты. Рыночек города Ейска большой, 4 выхода в разные стороны. Все тут продают, вещи, цветы, рыбу. Еще рыба тут на бомбах, в принципе, никому не интересен. Ирочка, я помню. Так, здесь всякие мюнды, аджики. Вон там где-то. Кавказка. Сегодня рабочий день. Он такой не особо базарный. Зайдем. Тут много вроде рыба. Здравствуйте, девочки. Можно вас снять на память? Вы опять едите? Едим. Каждый год одно и то же. А? Так. Запрещено? Нельзя. Там да, при входе. Ну, но я сфотографирую ваш. Я разрешаю. Хорошо. Мою продукцию. Ну, как постоянному клиенту. Вот и ну, нам не все. Разрешают. А вам нет? Хорошо. Пожалуйста. Народу не разрешили снимать. Цены примерно средний таран. Здесь молочные продукты свежие. Видеосъемка у нас запрещена. Да? Хорошо. Не будем тогда вас снимать. И нас уже, и нас. Да? Пожалуйста, как да, постоянному клиенту. Ну, да. А то везде, где бы не открыла, все нельзя. Почему? Ну, ну поскольку ваши колбаски? Она снимайте, пожалуйста. Да? Короче, ценник у нас прежний. Ну, 600 так, рублей. Так да. И остался. 600 рублей свинина, 500 курица. Ну, домашняя колбаса, допустим. 600 рублей свинина, 500 рублей курица. Ага. И сало? Сало 350, а это 450 три вида. А с моей любимой этой шкуркой? В смысле, с какой? Попаленой. А, есть? Ну, сегодня можем найти. Не, я сейчас не буду брать пока. Есть, найди. Приходите. Есть копченое сало тоже 350 рублей. Ну, пока не в сезон, видновато, да? Ну, почему? В принципе, ассортимент есть все. Нет, ну я имею в виду не все эти. Мы разошлись. А, вы разошлись? Ну, сейчас там есть 4 человека. 4-5 человек. Никто не хочет готовить, никто не хочет трудиться. Ну да. Вот и все. А мы состарились уж. Ну, ясно. Ладно. Можно снимать? Там закрытый рынок. Там же мясо. Хлеб, молочные. Здесь рыбы и ряды. Я подниму, я там.
А сколько там получается? По 200 уже отдаю. 200? Да, 250 продала 200. Хорошо. А сколько в этом уходит? 750. Слышишь, Света? Сейчас я говорю, давай. Здесь ряды у нас мед, тоже фрукты, овощи. Хорошо, строгая тетенька. О, уже половина всего. Так, ну теперь у нас выход в самый центр города. К администрации. Ну, примерно цены на рыбу. Средняя эта рамка 500-300 рублей. Есть торговые точки, магазинчики. Там у нас кафешки всякие, длинные, пирожки. Столовые. Красивый фонтан в центре города. Сейчас не работает еще. У нас есть все для строительства и ремонта. Мы находимся на улице Богдана Хмельницкого, 228. Магазин «Строй стандарт». Он родился здесь, знаменитый дворец Иван Подубин. Здесь родилась Мона Мордюкова, Сергей Бондарчук, я уже говорила. Ну, пошли-ка рубим отсюда. Шикарный санаторий Ейск. Здесь любые процедуры. Очень много томок. Знаменитой процедуры, которая помогает себя держать в форме, кто знает, мужчинам, женщинам до самого позднего возраста и кончая любыми ваннами сероводородные, какие еще есть, водобронные. Грязи очень хорошие, ну и ханская грязь, если не ошибаюсь. Водопроводительная система очень хороша. Сейчас подошли к санаторию Ейковому корпусу. А, нет, да. Нет, это не корпус администрации, да, это главный корпус. Корпус администрации. Получилось, получилось. Конечно. Так, это у нас, значит, санаторий Ейковому. Пока закрываюсь, потом еще. Покурочка. Много магазинов открыли. Покурочка, торговые центры большие. Стороненский.
это парк? Парк Горького. Вот этот парк Горького, даже дальше от Лимана, вот такой вот, таким сквером зеленым. Лиман у нас вон там. Вот это постоянно по зеленой зоне получается. Только дороги переходишь, дойти до парка Подлубного. Огромнейший парк. Ейский был завод аттракционов, сейчас, по-моему, закрыт. Вот этот Ейский завод аттракционов. А, столько там каруселей всяких. У нас там шикарный, огромный парк, прямо зеленая зона. Высокое очень колесо обозрения. Так, дошла я до парка Подобного. И огромный парк. Если, конечно, не обойду. Хотя бы некоторые карусельки. Много летних кафе. Музей мемориал музей имени Подобных. Это уже у нас военный городок. Район Подгорода называется. Здесь летнее училище. Много военных. Даже по городу ходит ПВО. Закрыто, рабочий день.
очень зеленый. Такой маленький, уютный, зеленый, красивый городок. Просто сейчас, еще раз скажу, не сезон. Поэтому тут не совсем прибрано. Улица Шмидта. Пляж Каменка. Так. Развлекательная территория. Мы все сфотографировали с этой парочкой. Вот такая территория ресторанчика. Такая панорама. А мне был глюк. Какой я скелетик воду взял? Ресторан работает уже. Не знаю, может, он круглогодично работает. Морской порт. Вся улица Шмидта, она вся сдается. Не знаю, слышно шум моря, нет? Интересные цветочки такие.
Сияет сам Сой. Закрыто почему-то. Еще где-то они открываются. Приблизительные цены у нас. Сейчас посмотрим. Шашлык свиной 100 грамм 180 рублей. Так. Ну, к лету, говорят, девчонки, может быть, изменится. Запеченные грибы на углях 180 тоже рублей. Еще шашлык на кости. Шашлык из антрикота, ребра свиные, печень говяжья. Не чай видите. Зеленый, да? Чай зеленый, маленький чай. Холодные закуски, рыбные ассорти. Цены видно. Салат. А чай вам сразу или с самсой? С самсой. Так. Борщ кубанский 300 грамм 180 тоже рублей, этих 180 рублей, по 180 рублей. Вот жульен с мидиями 200 рублей 150 грамм. Рыбные блюда. Судак жареный 345, радужная форель, пеленгаз, филе из судака, дорадо, лосось, ну, такой вот примерно меню, это маки японские, напитки, соусы, сковородка. Узбекская кухня. Соуса своей не вижу. Девчонки, а самсы в меню нет, да? Узбекская. А, все, нашла. Самса с мясом 150 грамм 150 рублей. Обалденно вкусная. Очень вкусно здесь. Хлебозавод, магазин. Особенно вот этот белый, как называется? Екатеринодарский. Как? Екатеринодарский. Это не ваш. Вся продукция наша. А, вся продукция. Это просто так называется. И также владимирский, бородинский. Нет, ну вот этот вообще очень вкусный. Ну и выпечка, все-все ваше. Вот
Омск. Краснодар.